Всем привет! Рада вас снова видеть на моем канале «Захотеть похудеть». Этот сюжет будет посвящен продуктам для снижения веса. И сегодня я не буду много рассказывать, я буду много показывать. База, я думаю, что уже практически всем известно, какие должны быть базовые продукты. Это протеины, мясо, нежирная рыба, жиры, как растительные, так и животные, конечно же, клетчатка и сложные углеводы. Сегодня хочу вам показать, так сказать, дополнительные продукты, которые придают, как некоторые любят выражаться, скучной диетической пище очень интересную нотку. И также покажу, какие продукты могут заменять те, которые мы не используем для того, чтобы снизить лишний вес. Если вам интересна эта тема, то оставайтесь со мной. Сейчас мы пойдем на кухню, и вы сами все увидите. У многих стройнеющих бытует такое ошибочное мнение, что даже такие сложные углеводы, как рис, как паста, макароны, необходимо исключать практически на 100% на диетическом питании. Скажу я вам так, вы очень сильно заблуждаетесь. Если обычный шлифованный рис заменить на вот такой вот дикий бурый рис, то ваш процесс похудения будет идти как по нотам, поскольку он дольше готовится, дольше переваривается, дольше усваивается и насыщает на более длительное время. К тому же он очень полезный. Макароны можно покупать вот такие, как у меня. Как видите, они тоже имеют не белый цвет, поскольку в них добавлена ржаная мука. Естественно, макароны быстрого приготовления, я даже не говорю уже на вот эти, что в пачках продаются, а те, которые варятся 2-3 минуты, необходимо исключить. Но если вы будете покупать макароны из твердых сортов пшеницы или вот как у меня из нескольких сортов пшеницы, которые варятся от 8 до 10 минут, есть и 12 минут, которые варятся, то тоже на процесс похудения это повлияет только положительным образом. Овсяные отруби, они не только богаты на клетчатку, вот как здесь написано, но еще и прекрасный сложный углевод. Конечно же, покупать необходимо не быстро растворимые хлопья, а те, которые необходимо варить не менее 20 минут. Прекрасный сложный углевод – это овсяные отруби, они также богаты на протеины. И если вы считаете, что мучные изделия тоже необходимо исключать, не делайте этого. Сейчас в продаже очень много муки, не только из пшеницы твердых сортов, но и из гречки. Есть также овсяная мука, есть рисовая мука. И вы даже не представляете, наверное, насколько вкусные получаются кондитерские изделия. Те же самые блинчики, даже уже не говоря о кондитерских изделиях, там о печенье, о каких-то тарталетках. Даже блинчики вот из такой муки, они невероятно вкусные и очень полезные. В моем рационе всегда присутствуют растительные масла. И, как вы видите, они разные. Не только потому, что ну, как бы одно полезнее другого, но еще и потому, каждый раз, когда вы заправляете салат, он имеет абсолютно другой вкус. Поэтому, если кто-то переживает, что диетическая еда может быть однообразной, попробуйте использовать различные масла, готовить соус, соусы на основе этих масел, и вы почувствуете разницу. При приготовлении еды я всегда использую различные приправы. У меня их очень много есть, и специальные вот такого плана смеси для курицы, для рыбы. Также фенхель, эстрагон, базилик, орегано, мускатный орех, розмарин, кардамон, шафран. И также я покупаю вот такие вот смеси. Это смесь для блюда, которое называется кускус, но в нем содержится, вот в этой приправе, вернее, не в нем, а в этой приправе содержится сразу несколько
полезных для потери веса ингредиентов. Обожаю, девочки, корицу. И не только за ее вкусовые качества. Как видите, покупаю я в больших вот таких вот упаковках, но еще и она имеет великолепное свойство, которое помогает нам терять лишний вес. Если вам интересно, то, ну, что ее можно добавлять не только там в печенье или там в какую-то выпечку. Если вам интересно, у меня на канале есть великолепный жиросжигающий коктейль с добавлением корицы. И там яблочки, корица, если его употреблять в пищу, то вес будет снижаться намного быстрее. Не могу отказаться от сладкого. Я тоже не могу. Но от сладкого, как я поняла, полностью отказываться и не нужно. Нужно выбирать правильное сладкое в виде меда различных сортов можно купить. Можно вместо сахара и сахарозаменителя использовать вот такие вот натуральные сиропы. Можно приготовить десерты на основе сухофруктов. Сухофрукты тоже можно использовать в качестве перекуса. Помните поговорку, что главное не количество, а качество. Если употреблять в пищу в период похудения сухофрукты, орехи в ограниченном количестве, там взять чернослива, там максимум 5 штук в день, 3-4 сушеных абрикоса, 2-3 финика, инжир, то вы получите полезные вещества, потому что в сухофруктах много клетчатки. Да, они слаще, чем фрукты, которые мы употребляем, ну, не сухофрукты. Но если говорить о пользе конфеты или пирожного, то я, конечно же, отдам предпочтение сухофруктам. Семена чиа, семена льна и орехи. Я всегда использую что-то одно ежедневно. Плюс, если брать семена льна, то их можно добавлять в салаты, в домашний хлеб. Можно готовить маски, подтягивающие для лица в период похудения. Из чиа великолепные десерты. Мы вот готовили несколько, у меня есть рецептов на канале. Орехи — это вообще кладезь микроэлементов, аминокислот и полезных растительных жиров. Великолепное решение для тех, кто не может отказаться от перекусов. Если даже у вас нет никаких проблем с усвоением лактозы, но все равно вас пугает, что лактоза — это молочный сахар, можете покупать вот такое вот растительное молоко, миндальное, соевое, рисовое, без добавления сахара. Также я использую вот такие вот кулинарные сливки. В них 12% жирности. Они бывают как совсем жидкие, так и более густые. И если вот взять здесь 200 мл вот в этой упаковке, и если взять 50 на 50, то есть 200 мл сливок, 200 мл воды, то еще вы уменьшите, еще больше уменьшите килокалории в приготовлении соусов. Что касается майонезов и различных заправок, что, ну как вот быть, вот иногда готовлю домашний майонез. Я тоже готовлю, но это не могу я назвать это майонезом. Я беру натуральный йогурт. Я не ем практически йогурты и молоко не пью, коровье покупаю, все веганское. И добавляю туда немного соевого соуса, немного горчицы, немного лимонного сока. И если мне хочется, чтобы получился вкус, похожий на майонез, добавляю вареный желток. Вот можете попробовать, конечно, можно подсолить, можно добавить перчика, можно добавить каких-то приправ. Вот вы попробуйте приготовить такой соус, не обязательно на веганском молоке, чтобы йогурт был. Можете взять обычный
натуральный греческий йогурт и приготовить такой соус. И использовать этот соус, когда вы будете там, готовить тот же салат мимоза или какой-то другой. И ни вы, ни ваши родные, ни ваши гости абсолютно не поймут разницы. Я знаю, о чем я говорю, потому что уже несколько лет не готовлю такие салаты с использованием майонеза. И кто бы их ни пробовал еще, никто не догадался, что там абсолютно нет никакого майонеза. Надеюсь, информация, которую вы сегодня получили, вам пригодится. И также надеюсь, что те мои зрители, которые считают, что диетическая еда она однообразная, невкусная и неинтересная, поменяют свое мнение. И если кто-то сомневается, что определенные продукты, те, которые вы видели, невозможно использовать для того, чтобы снизить лишний вес, тоже, думаю, вы поменяете свое мнение. Ну а сейчас не буду вас больше задерживать. Желаю всем прекрасного настроения, эффективного построения, мирного неба, здоровья. Ну и, конечно же, увидимся. You say I make you nervous, a tragedy, I'm a beautiful disaster, a reckoning, you wonder how I got this way. You think I'm someone to be saved, someone to clean up and tame, oh, some things never change, never change, oh. You think I would look pretty on your arm once you cover up my bruises and battle scars, but it always ends the same. Can't bear the things I've had to face. Got you crying on your knees in pain. Oh, some things never change, never change. Oh, you break your back to make me feel again.